Едет одна бабка в маршрутке. Рядом сидит молодой парень и говорит в телефон. «Окей, Google, где я нахожусь?» Бабка поворачивается к нему и говорит. «Вот наркоманье проклятое! В маршрутке ты находишься! А Гулю свою ты, видно, на остановке забыл!» «Кум, а это нормально, что я сам себе есть готовлю?» «Конечно нет! А жена где?» «Та дрова рубит!» Спрашивает цыпленок у матери курицы. «Мама, а меня аист принес?» «Да, сынок, только папе не говори». «Почему с каждым годом ты целуешь меня все меньше и меньше?» «Устаю сильно. Тебя с каждым годом становится все больше и больше». Погуляли с девчонками. На утро похмелье. Муж принес мне таблетку от головной боли, сходил в магазин за пивасиком, сварил суп и ни слова против не сказал. Когда я к вечеру очухалась, сел рядом и спокойным тоном. Вот так надо себя вести, когда у любимого человека похмелье, а не трындеть весь день. Алкашина, нажрался, вот и мучайся. В темном переулке. «Эй, пацанка, стоять! Быстро кольца снимай!» «У меня только одно, на вот!» «Что ты мне суешь?» «Гранату!» Моряк долгое время был в плавании. Приезжает домой к своей жене. Стучит в дверь. Никто не открывает. Он стучит ногой, плечом. Все равно не открывает. Из соседней двери выглядывает соседка и злорадно говорит. «А ты рогами! Рогами постучи!»